Продюсер, возможно, самая малоизученная из всех музыкальных профессий. Есть определенный алгоритм для написания хита. И вдруг притяжение. Для того, чтобы выделить эту текстовую фразу, я поменял ритмический рисунок мелодии. В этом курсе мы с вами подробно разберем, как сочинять и записывать музыку, как сделать артиста звездой, как устроена работа в студии, как должен выглядеть артист. Продюсер придумывает артисту яркий, узнаваемый образ, нередко пишет для артиста песни, музыку и текст, руководит записью и составляет ее звуковую палитру. Меня зовут Константин Меладзе, и я знаю о профессии продюсера почти все.